Новый благоустроенный парк со своим летним амфитеатром, уличным тренажерным комплексом и детским городком для самых маленьких в скором времени официально откроется в ауле Кумыш Карачаевского района. Ахмат Халкечев подробнее. Строительство нового парка для Кумыша стало самым большим событием за последние 25 лет. Кстати говоря, облагороженной общественной территории подобных масштабов и такого типа в этом населенном пункте никогда и не было. Сейчас все строительные работы практически завершены. Установлено около 100 лавочек, которые оснащены урнами для сбора мусора. И ночное освещение полностью работает. Также парк оборудован летним амфитеатром, уличным антивандальным тренажерным комплексом. А для самых маленьких имеется детский городок. Как поведал заместитель главы администрации кумышского поселения Ансар Токов, аульчане уже успели опробовать новый парк в дни новогодних праздников. Словами все турадась населению передать. Каждый вечер люди собираются, отдыхают, семьями приходят. Если вы заметили, здесь есть детская площадка. Вот детская площадка, дети играют, как будто никогда такого не видели. Как бы, да? Такая радость у детей. Спасибо, хочу сказать, районной администрации, которая от начала до конца воплотили все это. Они взяли под свое руководство этот парк, они сделали, они сдали. Вот эта сцена, которая сделана. Ну, в принципе, то, что мы хотели, мы здесь получили. Если говорить о типе сельского парка, который Кумыш получает в канун празднования столетия государственности Карачаево-Черкесии, то он уникален в своем роде. Проект данной общественной территории для сельских поселений здесь реализован в качестве пилотного. Ну а исходя из положительного опыта, вполне можно ожидать, что в скором времени подобные досуговые зоны появятся и в других поселениях региона. Со всех улиц и с окраин села собираются здесь люди. С кем когда-то ты учился, кто-то в свое время кто-то уехал, приезжают гости, навещают и приходят сюда. Бывает, ты встречаешь людей, которых давно не видел. И испытываешь чувство большого удовольствия, да, и думаешь, как бы живем в одном селе, а не видимся годами. А с открытием парка появилась такая возможность. Как минимум видеть людей, которых давно не видел, ну и получать просто удовольствие. Сами обратили внимание, все красиво, все чинно. Есть лавочки для людей, которые хотят позаниматься спортом. Есть тренажеры. Как еще поведали в администрации кумышского поселения, в планах до официального открытия парка установить видеонаблюдение и точку доступа Wi-Fi. Ахмат Халкечев, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевский район.